августе 1972 года председатель кабинета министров КНДР Ким Ир Сен посещает КНР. Высокого гостя из КНДР тепло встречает Мао Цзэдун, который высоко оценивает правоту и великую жизненность созданных им идей Чуче. Встреча с премьером КНР Джо Энлаем, на которой было достигнуто единство мнений по всем обсудившимся проблемам, представляющим взаимный интерес –